Приветствую вас. Конечно, очень мало информации вы предоставили по данному вопросу. Первое, что приходит в голову, это то, что вы их балуете и, соответственно, выполняете все их желания. Дети просто не умеют, воспринимать «нет». Вот. А второе, это то, что вы не демонстрируете любовь к себе. То есть вот родители, если родители в отношениях с детьми не высказывают любовь к себе, если они не демонстрируют бережное отношение к самим себе, если они не демонстрируют заботу о себе, вот, то дети это чувствуют, дети это считывают и, в общем-то, реагируют соответствующе. Вот. Это такой момент. Следующий момент – это то, что нужен отец, который демонстрирует некий идеал поведения для мальчиков, если это мальчики. Вот, и, соответственно, такая вот история. Немаловажный момент, на мой взгляд, заключается еще и в том, что они в детском саду, вот, детский сад – это то, что мотивирует людей на большую социальную адаптивность, чем на индивидуальную адаптивность. И если дети ничем не занимаются, значит, у них нет стимула, нет мотива, им это неинтересно. Вот, возможно, есть какой-то контекст у того, что они находятся в детском саду, контекст того, что, например, родители, по их мнению, хотят от них избавиться, кто знает. Так что я могу пока что ответить вам только вот примерно так. Проанализируйте отношения в семье, отношения между вами и отцом ребенка, проанализируйте климат в семье, проанализируйте то, как вы относитесь друг к другу и сами к себе. Я думаю, что в этом и кроется ответ. Если у вас не получается, я думаю, имеет смысл обратиться к психологу и разобраться в том, что конкретно связано с таким их поведением. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.